Ну, он не похож на москвича. Он похож на деревенского брата парня. Простой. Кстати, да, нет такой закваски московской. Он, наверное, где-то в пригороде отсиделся. Это так и было. Да? Ну, слава богу. Да, комарики провожают. Давайте, братья, попрощаемся, Владимир Александрович. Давай, брат, с Богом. Давай. Спасибо, Христос тебе за это. Да. Все, давай. Давай, брат. Молись за нас. Ой, что-то там уже забились. Борода. Ангел хранитель. Там сразу напиши там или что. Дай знать. У меня интернет-то не будет теперь за дома. Запиши видеоотзыв, слышишь? Видеоотзыв запиши там, что как. А что это за отзыв? Ну, кому? Отчет. Отчет. О своей поездке? Да. Я постараюсь. А кому отправить? Тебе, брат? Ну, конечно. Вот. Машину. Ну, надо, придется исполнять, видишь? Ну, а сказал. Ну что, берем? Записал, машину купи, Виталий. Сумки берем. А то забудешь сумки. Помоги мне, пожалуйста. Нет, не только, надо вообще помогать, в принципе. Так. Мы будем снимать тебя и все. Виталий, за желтую не ходи. Так, нет, давай мне сумку какую-нибудь. Вот эту вот. Я ее подам. Все, с Богом, брат. Господь, по милости Божьей, сел брат наш Сергей в поезд, да благословит его Господь и укрепит там, и даст добрых попутчиков.